50 лет – только начало. Свой полувековой юбилей отметила Люберецкая школа номер 2. Подвести итоги проделанной работы, поставить новые задачи и поздравить друг друга в этот торжественный день собрались педагоги, ученики, выпускники, а также представители власти. На дне рождения школы побывала и наша съемочная группа. Школа – это большая семья, и на ее юбилей в этот день собрался полный зал гостей, чтобы поздравить тех, кто ежедневно отдает свои силы и знания – учителей. С цветами и наилучшими пожеланиями к ним пришли выпускники. Ну, для меня школа – это вообще практически моя вся жизнь, потому что я живу рядом со школой. Я играла в школьном дворе еще, будучи дошкольником, и завидовала своим друзьям, которые уже учились в школе. Сейчас в Люберецкой общеобразовательной школе номер 2 обучается более 500 детей, а дарят им знания профессионалы своего дела – 29 учителей школы. Из них трое имеют ученую степень кандидата наук. Ежегодно учреждение принимает участие в конкурсах. Например, в 2015 году школе был присвоен статус региональной инновационной площадки Московской области. И когда, если не в полувековой юбилей, подвести итоги своей работы? Очень интересно сейчас наблюдать за тем, как встречаются разные поколения. Учеников, учителей, приходят наши родители, бывшие выпускники этой школы, наблюдать за тем, как все меняется, и в то же время, как вот эти изменения работают, наверное, на замечательное будущее школы. Ради будущего школы и своих учеников учреждение сотрудничает с Московским вертолетным заводом, взаимодействует с управлением образования и администрацией городского округа Люберцы. Благодаря их поддержке и совместной работе школа реализует свои задачи и планы. Профессия учителя, профессия человека, который, начиная с 7-летнего возраста и до практически уже возраста юношества, ведет маленького и потом уже большого человека во взрослую жизнь, это многого стоит. Педагогический состав общеобразовательной школы номер 2 в этот день удостоился признания в виде благодарностей и нагрудных знаков отличия. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.